motherfucker. Загружаются данные касательно бактерий. Внимание, обнаружены нетипичные колебания в белках плазмы крови. Настолько рекомендую провести самосканирование. Самосканирование? Самосканирование довершено. Бактериальная инфекция распространилась на кожу и легкую систему. Медицинский отчет загружен в базу. Необходимо найти способ нейтрализовать инфекцию. Охренеть, ребята! Я еще сильнее заболел. Профиль инфекции. Хара. Так эта бактерия называется, которая нас поразила и всю планету. Данный терминал содержит обширные данные о бактериальной инфекции, определенной как хара. Обнаружение. Впервые открыт во время планового расширения сети в другие миры. Развитие эпидемии. Ошибка сети привела к провалу стандартной карантинной процедуры. Инфекция была загружена и быстро распространилась по центральным мирам. Поврежденных случаев смерти. 143 миллиарда особей. Бактериальные механизмы внедряются в здоровые живые клетки и видоизменяются основную генетическую структуру. Симптомы. Первая стадия. Постепенное снижение иммунитета. Было. У нас вторая стадия. Зеленые пораженные кожи и симптомы гриппа. Непредсказуемые изменения в биологической структуре. У нас стадия номер два. И четвертое. Полное отключение исполнительной функции, то есть мозг. Приняты экстренные меры. Карантин центральных миров. Образцы бактерий распределены по изоляционным центрам исследования болезни для разработки вакцины. Процедура лечения неизвестна. Короче, так это бактерия мирового масштаба. 143 миллиарда особей умерло из-за этой болезни. Мы тоже поражены этой болезнью. Блин, это не прикольно. Это реально не прикольно. Биологический материал. Части тела. Стража. Офигеть. Офигеть, это что? Это эти телепортеры, ребята. Почему его так держат? Смотри. Это мутация, что ли? Открытая запись в базе данных. Это прям огонь, ребятки. О! Это очень забавно. Здесь никогда не было стекла. Я думал, что здесь стекло какое-то. Огроменное создание. Огромная ты гадина была, я тебе скажу. Это похоже на какую-то ископаемую пирань. Я не знаю, пиранья. Но это рыба явная. Так, ребятки, уже столько всего. Прям бум. Давайте смотреть. У нас тут дофига информации. Местные формы жизни. Представьте, да, сколько всего. Останки скелета огромного хищника, размещенные внутри искусственной среды обитания. Среда обитания. Окружающая среда создана для размещения образца. Предполагает, что его содержание живьем в изоляторе для исследования цели в течение месяца или даже лет. В общем, они рассчитывали, что он там всю жизнь будет жить, пока они будут изучать. Когда комплекс обрушился, данная особь либо была брошена умирать, либо погибла сразу. Блин, бедняга, короче. Скорее всего, с голоду умерла. Этот вид, вероятно, вымер за прошедшие тысячелетия. Отчет о заражении бактерии. Вы были заражены ранее неизвестной вводной бактерией. В настоящее время она размножается в вашей кровеносной системе. Предполагаемый инкубационный период 2 недели. В настоящее время ваша иммунная система борется с инфекцией, но неэффективно. Карантинная охранная телепорт-единица. Офигеть. Данная форма жизни несет признаки глубокой генетической модификации, а также обширной механической трансплантации. Искусственно созданный организм, пищеварительная и легочная система были изменены на встроенную батарею, получаемую энергию непосредственно от главной сети. Офигеть. Под кожу была имплантирована миниатюрная технология фазового скачка, которая позволяет изделию телепортироваться по желанию. Центральная нервная система усилена цифровыми имплантами. Оценка программированный охотник-убийца избегать. Так получается, вот эти вот стражи-телепортеры – это формы жизни, искусственно созданные, которые служили для того, чтобы охранять базы. А сейчас получается… А подожди, если они напрямую связаны с… И получают энергию непосредственно от главной сети, распространяющей ее по всему телу. Главной сети. Если они еще двигаются, значит, где-то есть еще живые комплексы. Ну да, один живой комплекс наверху. Главная лаборатория, помните, про которую нам рассказывали? Значит, получается, она еще работает. А может быть, там есть еще живые? Вы инопланетяне? Офигеть, мой разум просто переполнен сверхинформацией. В общем, ребятки, да, они, в общем, искали лекарства, лекарства от болезни хара. Это исследовательский комплекс лаборатория. То у нас вторая стадия болезни, да. Не все так плохо, есть еще какая-то центральная база, которая питает стражей. А это значит, что у нас есть еще дальше приключения.
Кстати, да, ребятки, по поводу огромной твари. Нам только что сказали, что там какое-то создание было изолированное, какой-то император, над которым они проводили опыты. Нам намекнули, как бы, что возможно он из шифа, возможно нет, но компьютер говорит, чтобы мы отправились сюда и собрали образцы данных, чтобы попытаться сделать сыворотку. Возможно, эта тварь и кричит. Вот это огонь будет, я вам кричу. По-любому это будет огромное создание какое-то. Что мы сейчас делаем? Мы сейчас разворачиваемся. Комплекс слева от нас. Вдоль вот этих колонн мы плыли. Главное не заблудиться. Я ж нихера не помню, как здесь мы по этим туннелям плавали. Вот, точно. Мы оттуда спускались и повернули направо. Я вот не помню, где это дерево. По-моему, вон то место с деревом, да. Вот сюда, да, мы. Сюда мы плыли, вон те яйца, да. Ребята, мы нашли это место. Охренеть. В общем, как-то да. А у нас же есть сканер, да? У нас же есть сканер. Почему я только об этом узнал сейчас? Я вспомнил, что мы поставили такую примочку еще давным-давно. Это бы нам в разы облегчило поиск. Он, правда, батарею хавает. Нереально просто, ребятки. Смотрите, ребят, тут еще глубже. Спускаемся. Так, аккуратненько. 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 Аккуратненько, по чуть-чуть. Ребятки, я что-то впереди вижу. Что это за глист там плавает? Смотрите, какая-то фигня плавает. Давайте возьмем камеры. Вот что только что здесь плавало? Глубже. Офигеть, ниже. Ребятки, меня это все пугает. Смотрите, эта пиявка присосалась к нам. И я пока не знаю, не уверен. Вроде бы она не жрет корпус, но мне кажется, она высасывает из нашего корабля энергию. Вот это я точно зря сделал. У нас не поднимается энергия, но в любом случае это неправильно, правильно? Ну, в том, что она делает. Это явно какая-то херня. Сейчас мы ее исследуем. Так, что-то есть для начала. Лавовая личинка, ребят. Падальщики и паразиты. Офигеть. Похожи на личинку вид с отсутствующим зрением и обонянием, но способны чувствовать и выкачивать тепло и электроэнергию из окружающей среды. Вот оно что. Тянется к источнику энергии любого рода для выкачивания энергии своей жертвы. Избегайте при управлении транспортом для сбережения батарей. Ну, давайте теперь посмотрим. Ну да, смотрите, энергия возвращается, энергия сразу стала расти. Вот такие прикольные создания, ребят. Лавовая личинка, огонь. Ох, их тут дохерак. Я думаю, если мы ниже спустимся, мы будем ближе к теплу и начнем получать больше энергии. У нас теплогенератор стоит. Лава, это прям круто, это прям наше. Что-то ругается кораблик у нас, горячо. Ну, будем чуть выше, во. Во, другая тема. А щель у нас все дальше, все глубже прям. Перейдем на малые обороты для сбережения энергии, ну, а также для того, чтобы не создавать большой шум. Что я смотрю, там он прям... Толпой плавают.